Сегодня у нас 1 июля 2015 года. Это поселок Потеряевка. Вот мы находимся в Скворечниках. Вот Витя Николаевич куда-то собрался ехать. Витя Николаевич, а куда собрался ехать-то? В Мамонтово. В Мамонтово, да? А чем вы там заниматься будете? Чем будем заниматься? А вот чем-то. Ну, надо же документы все оформлять. Яне, да? На вид жительства, конечно. Яне, ну не же, я уже живу. Ну ладно, Бог помощь вам. Пойду я посмотрю, чем ребятишки занимаются. Я говорю, не сбежали мы от тебя, не успели. Вот поедут на мотоцикле Витя Николаевича Ямаха. Посмотрим. С утра мы пришли, дрова тут пилили. А потом Надежда Васильевна попросила работников в огород. Вот я их отдал. Тут у нее все заросло. Или посоветовался со старшим воспитателем Витя Николаевичем. Сейчас посмотрим, кто чем занимается. Арсений, а что стоишь? Ждешь команды? Вот Ваня поле поливает. Дядя Вот. Да. Надежда Васильевна, вот ягоды уродился очень большой. Да? Я сейчас собрал полную ниточку, вот которую я вам приносил ниточку. Она была полная с горсточкой, даже А если ее поливать, то еще лучше будет. Самое главное, то, что тут еще осталось. Я вот таких вот больших находил еще. Да. Молодец. Да, если походите, то найдете, можно. Вот второй Ваня. Это первый Ваня, это второй у нас. Да. Что ты, Ваня, заглушил? Показал бы, как работает-то. Давай. Опять заглох. Хорошо. Давай, показывай, как ты тут рубишь. Ваня, иди заводи. Ну, а ты научись сам тоже. А что там? Да я умею заводить. Удобно, просто мне неудобно отсюда заводить его. У него там прицеплен. Ну давай, пускай как всегда. Я сам задушу. Тихо. Ваня, полная уже. Выключить надо. Или вон туда перекинь, пускай накачивается дальше. Только следи за этим, раз ты здесь работаешь. Хорошо. Куда без отчета? Вот, сюда, где вот. Дорогу быстренько копайте, чтобы закопать шланг. Че, где лопата? А, лопата, ты закопаешь, да? Так, где лопата? Там посмотрели, нету, да? Ну, у нас лопата есть, если что. Помощник, беги скорее лопату возьми около дома. Ну какой там лагерь? Вон там, возле Скворечника. Таковая там? Ну конечно есть. Я уже все, я замуровал. А ты что ходишь? Да шланг замуровал, не знаю еще. Что случилось? Иди сюда ко мне. Конечно, как ты, Кирилл, без работы? Где Василиса, Ксюша? Ты проси, сам работай. Так, просто сейчас колорадского жука собирать. Так, колорадского жука столько много. Ваня, да. Ты что ничего не делаешь? Я ну и где? Где колорадский жук? Пока много не нашла, вот взрослая маленькая нашла. Это что, много что ли? Два штуки плавает. Мы просто пошли за водой и золой. Ну все, пойдем туда дальше. Тут все скошено, опасно очень ходить. Ноги можно проткнуть. Ты как бы боком прижимай ее немножко. Нет, я не хожу там. О. Штыри очень опасные. Ну-ка, Кирилл, дай-ка я пройду туда. А пока ты доковыряешь, уже надо на отдых будет идти. Так, чем у нас тут в дальнейшем занимается? Я смотрю, сидят что-то. Ну-ка, работать всем.
А что скучковались-то? Охранник. Сказали, так работайте. Не, охранник. Там уже тебя уже ограбили два раза. Тихо, хватит, Кирилл. Глупость не занимайся. Иди. Ну, там надо быть. Да, уже. Ты же охраняешь. Рядок, берите. Вообще-то нет, баба Надя ему сказала тут работать, ты чё? Да, да, пускай робит. Бери рядок любой и вперед. Вот рядышком слева бери. Тут камни немерено, я не могу так делать. Все, приседайте, приседай, да, Кирилл. Хватит меня кидать, зачем картошку вырезать? Андрей. Это не картошка. Ты... Мы же хотя бы до лагеря. Нет, а почему вы толпой-то сидите, я не могу понять вообще. Каждый рядок берет себе. Ну, я сюда посадили, я тут работаю. А? Ну, Ксюша, вот. А почему здесь-то Тимофей? Это Леонида почему-то тут сидит. Тарас, сестра, уходи. Ну подай сюда. Все, 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 все. Переходи. А я просто. Ой, твой, ты сидишь, ковыряешь. Все, садись, присаживайся вперед. Все, вперед. Работай, работай активно. Так, Тарас, это, Тимофей, иди сюда. О, дядя. О, молодец. Какой сами. Садись рядом с Тарасом. Вот. Вот следующий рядок, бери. Володя, можно на лагере сходить тапочки одеть? Зачем? Мне ноги вообще колят от этой грязи. А что колят-то? Привыкай, ничего себе, что ты его пишешь-то? Он где Володя, вообще свободно ходит. Ну все-то в тапочках, я один как бы. Ну я тоже босиком, и что? Терпи. Больно, терпи, растопчи его. Эту. Так, кстати, надо босиком походить. Ну, конечно, кто хочет, снимайте обувь здесь, только не, аккуратней. Не хочу, я не хочу. Если на крапиву будете наступать, потом не выпияйте. Я уже наступил два раза. Я не хочу снимать обувь. Так, Василиса, что стоишь? Андрей, ты что это кидаешь-то? Андрей, ты что, глухой, что ли, ложишь рядышком? Прямо под ноги клади. Зачем ты бросаешь-то? Главное, кидает на всех и не видит, что кидает. Василиса, присядь. Присядь, во. Можете... Вам надо просто попросить у Надежды Васильевны. Это, Кирилл, ну-ка давай работай активнее. Что это такое? Работаю, как могу, потому что у меня тапочки. Ну как могу-то? Разве так работают? Еле-еле душа в теле. Прося, а ты куда? Жуков собираешь? Радками. Вот это ведро взяла. Где ты их столько найдешь-то? Ой, где это мой куст? Это понимаешь, мой рядок. Какого с твоего рядка? Чего он твой рядок-то трогает? Вот мой рядок. Но, он по-своему, он по-своему идет. Между рядками-то тоже, между кустами-то тоже надо полоть. Он правильно делает. Поли, Андрей. Хватит, Кирилл. Ты хоть здравомыслище делай замечание-то. Я так и делал. Ну где здравомыслище-то? Он правильно возле куста полит. Я не жалко. Ну и работники вы. Ой-ой-ой. Я посмотрю. Подошли. Тарасов сидит, кого-то ковыряется тоже. Тимофей, ну кто на заднице-то работает? У меня вот наши ноги. Работнички. Ну вот так вот мы и работаем. С горем пополам, как говорят. Ну вот, слава богу. Так вот мы тут, вот теплица у Надежды Васильевны тут. Тут и помидорки посажены. Еще пока она ничего не растет. Вот они у нее. Вот, теплица хорошая, теплая такая. Это у нее специально для полива сделана трава, чтобы потом поливать. Было бочки с водой. Дядя Володь. Да. Есть топор. А зачем тебе? Ну там земля эта твердая, нам дядя Сюда сказал, топора не будет. Ну где я его возьму? У нас нету таких топоров. Землю рубят. Ну вообще-то есть. Пойдем, я тебе дам. У нас один зазубренный есть. Тебе дам сейчас его. Ну ладно, слава богу. Вот решили шланги в Надежде Васильевны протянуть, чтобы могла быть вода подбежать по ним. Это выдерги, это что ты сделаешь? Тут надо... Ну вот, вот сделал еще. Ну это долго, видишь. Вот, дайте топор. Топора другого нет, вот это такое.
паром лечь. Вот пошла, по парому рубит. Пойдем, я тебе кайло дам. Что? Кайло есть такой инструмент. Вот, ребята, шланг протягивает через дорогу. У одного топор старый, а другого кайло с одной стороны. Тихо, аккуратней. Вот. Чтоб шланг потом закопать под землю. Там лежит, он лежит в осенней лапке. Слава Богу за все. Вот дальше у нас 1 июля. Также продолжается. Работает детский простой лагерь в Надежде Васильевне Лапкиной. Вот. Кирилл, не стой, не стой. Работай давай. Она мне мешает. Отойди, Ксюша, ты что, он же с тяпкой. Раз он с тяпкой начал работать, бери другой ребенок. Конечно. Во, вот видно, что работа идет. Тимоша, обеими ручками работаем. Все, картошечку пожалели, вырвали из нее всю травочку и обложили ее этой тряпкой, чтобы она на солнышке горит же все. Посмотри, платочек, вот он, вот он, вот он рядом с тобой. Ксюша, а другие бери кустарнички. Где? Вон заросшие, видишь, вон заросшие. И вот так вот под картошечку эту травку положили. Как-то ты по одному вот рви, вот так вот, две ручки, посмотри, вот так, раз. И вот так вот дергаешь, и несколько. Стекло увидел, выбросить надо подальше его. Во, давай, поскорее, молодец. Уже продвинулось дело. Там, глядишь, опыт появится. Да, конечно, он молодец, у него быстро он схватывает все. Вот так. Так, где твой ребенок? Ворацкий жук. Идем. Тимошенька, иди свой рядок. Вот он, вот он. А что у нас тут Тарас делает? Тарас, покажи, на что ты способен. Так, перчаток у нас не хватает. А у меня есть перчатки? Там дальше несуся, крапива. Все, все, оставь ты и оставь. Вот здесь полей. Туда-то зачем тебе лезть? Вот. Смотрите, вот этот юн, он такой опасный. Он вообще высушивает все. Поэтому самым корнем, даже его не надо вырывать, чтобы картошку не повредить. А просто корень вырвали этого вьюна, и все, и оставили так. Он засохнет. Вася, ну чего у тебя там с жуками-то? Ксюша, жуков ловит. Ой, что-то урожай маловатый. У нас там много. А, они потонули. А, потонули уже. Ага. Красенька, давай скорее. Кустик тоже побыстрее ходи. Сейчас уже на перерыв. О, тягу у меня лучше получается. Обнать. Я начну следующий ряд. Начинай вот отсюда, вот за Тимошей. Тарас, поезд только достань. Где он у тебя? Снаружи должен быть. Вот, Надежда. Тимоша. Вот, все уже. Ну, молодец, хорошо. Иди сюда. Тимошенька, не ты иди. Вот так вот, только под присмотром. Иначе не будут работать. Слава Богу за все. Вот сегодня 1 июля 2015 года. Продолжает наш лагерь Сан работать. У Надежды Васильевны Лапкиной. Сейчас я посмотрю. Тут она отправила девочек сходить за соломой, которую потом они будут расстилать на грядке. Чтоб меньше поливать было, чтобы влага дольше сохранялась. Это вот тут с прошлого года остались эти тюки с соломой для скота. Тут батюшка Игорь Барабаш своих овец загоняет. И Андрей Устинов тоже
у них тут ночное лезвище. Вот мелкая трава, соломка, сама то, чтоб кель у нас самоно замазались глиной. Вот здесь вот они, наши овечки, ночью спят. Здесь у меня тенечек есть. Вот. А бывает, что и сюда вот загоняют. Здесь вот тоже они отдыхают у них, овцы. Тоже площадь хорошая. Когда дождей нету, сюда, а когда дождь, могут туда под крышу загнать. Ну, так вот. Слава Богу за все.